Друзья, я вас приветствую. Сегодня хотел поговорить об очень такой специфической теме. Знаете, нет ничего более отвратительного, чем отдельные азербайджанские евреи, будь то горские или ашкеназские, которые жили в мире и дружбе с армянами до распада Союза, до армянских погромов, буквально дружили с ними, были соседями. Но уехав в Израиль, или в Америку, или в Москву, они там, живя на израильскую пенсию, продолжают подыгрывать жестокому режиму Алиева. Вот мне это, кстати, было всегда непонятно. То есть, да, несомненно, в эмиграции есть немало людей, которые 30-40 лет назад уехали из Союза, все еще продолжают говорить, вот при Сталине был порядок, при этом живя где-нибудь на Брайтон-Бич, в Ганновере, в Германии, на немецкие пособия, в Израиле. Проблема заключается в том, что именно они, азербайджанские евреи, те евреи, которые топят за режим Алиева, те евреи, которые пытаются защищать этот режим и объяснять сотрудничество с ним, Израилем, тем, что вот иранская угроза, понимаете, любые связи с любым террористическим государством, не только Азербайджан является террористическим государством, Афганистан, в Мьянме там жестокий режим, Венесуэла, таких стран много, в Африке там половина стран Африки это откровенно людоедские бандитские режимы. Но, понимаете, как говорится, честь надо беречь с молоду. И надо понимать, что вот это случилось в время Ирана, которые слишком активно поддерживали Шаха Пахлеви, сотрудничали со спецслужбой Саравак, это было иранское КГБ до исламской революции. Эта служба Саравак была фактически создана по образу и подобию Мусада, то есть структурно. Структурно израильтяне помогли создать на основе Мусада иранскую спецслужбу Саравак. Аятолла Хомейни в 1979 году это припомнил и евреям Ирана, и Израилю. Потому что вот это именно вот служба Саравак определила его в тюрьму, где он провел несколько лет в тигранской тюрьме. Там сейчас, кстати, в Тегеране есть музей интересный, вот, связанный с этими событиями. И, в общем-то, с тех пор израильтяне и евреи пожинают плоды сотрудничества с откровенно бандитским режимом Шаха Пахлеви. Я не хочу сказать, что сегодняшний режим Аятолл в Иране он лучше, чем Шаха Пахлеви. То же самое, та же самая дрянь, но в профиль, да? Но тем не менее, как говорится, с кем поведешься, того и наведешься. И сегодня Израиль имеет проблемы в Газе с Хамасом, в Ливане с Хизбаллой, а это прокси Ирана. Что за этим стоит? За этим стоит смертельная обида иранской исламской оппозиции, которую подавлял Шах Пахлеви с помощью спецслужбы Саравак, созданной израильтянами. Кстати, та же точная судьба постигла евреев Ирака, Сирии, Йемена, Алжира, Марокко, Туниса, Египта. Откуда эти евреи просто бежали? Там сейчас практически не осталось евреев. Немножко евреев есть в Марокко, от 2 до 3 тысяч. А во всех вот перечисленных странах, то, что сейчас перечислил, их там просто нет. Вы просто представьте, что в Ираке в 1948 году, когда был создан Израиль, было 200 тысяч евреев. В Йемене было 150 тысяч евреев. В Алжире, Марокко, Тунисе, вот этих вот странах, которые были раньше французской колонией, суммарно жило 500 тысяч евреев. Осталось от 2 до 3 тысяч в Марокко. Но прежде чем мы продолжим, я хотел вот что сказать. Я хочу поблагодарить всех тех друзей, слушателей, которые перевели мне деньги в пользу моей поездки в Австралию. Я сейчас нахожусь на пути в Австралию, значит, в пункте пересадки, я сейчас не буду говорить где, просто из соображений безопасности, вы прекрасно понимаете, что не только адекватные люди смотрят эти видео, но и азербайджанская мразота, агентура и все прочее. А мне надо доехать до Австралии, там у меня серьезные встречи будут и в парламенте Австралии, и в парламентских группах дружбы с Арменией, и, значит, с еврейскими диаспорами Австралии, и я везде, везде, везде хочу донести и мой личный опыт ареста из-за поездки в Арцах, в Карабах, покушение на убийство, все пытки, издевательства, все мои свидетельства, которые связаны с преступлениями азербайджанского режима, с их арменофобией, фашизмом, нацизмом, исламским фундаментализмом, который, так сказать, неочевидно продвигает режим Алиева. Очень большая помощь. Из 2000 долларов, что я собирал, мне удалось собрать 1000. Вот честно я скажу, ребят, я никогда не раскатываю губу. Я предполагал, что будет гораздо меньше. Я прекрасно, очень благодарен, я просто в восторге, что половину денег, то есть 1000 долларов из 2 необходимых удалось собрать. То есть это уже позволяет мне ехать. Это мне по-прежнему не позволяет, грубо говоря, раскатать губу. То есть у меня, грубо говоря, там, значит, 2 пересадки в дороге.
И в этих пересадках надо ночевать в отеле. Нет денег на эти отели, потому что у меня еще в Австралии ждут расходы. Но хоть что-то мы с вами сделали, я уже еду. По пути я уже буду как-то там выкручиваться. Но в любом случае, если вы можете помочь, поддержать, было бы просто супер. Вот реально просто супер. Вот я как подумаю о том, что перед встречами в парламенте мне надо будет спать где-нибудь в аэропорту на сиденьях и где-то там экономить на еде. Ну, блин, ребят, вы думаете, я сейчас прикалываюсь? Вы даже не представляете, насколько ситуация тяжкая в плане финансов. И из-за того, что я как блогер потерял кучу заказов из-за войны России с Украиной, там огромное количество заказов было блогерских, сейчас их просто нет. И целый ряд еще семейных обстоятельств, и там смерть отца, и с этим связанные расходы, и так далее, и так далее. Короче, не буду вам морочить голову, не думайте, что кто-то другой поможет. Вот все так думают, вот кто-то другой поможет. Я сам так иногда думаю, когда человек какой-то просит денег, даже хороший. Я думаю, ну, наверное, люди побогаче меня уже, значит, помогли. А потом оказывается, что нифига не помогли. Или помогли минимально. И из-за этого, из-за тупого отсутствия денег, причем денег, ну, относительно небольших, срываются вот реально важнейшие вещи, важнейшие. Ладно, вернемся к теме. Если кто-то хочет помочь, поддержать, я буду искренне вам благодарен. В конце этого видео там будут все реквизиты. И плюс в описании видео тоже реквизиты. Мы продолжаем дальше. Азербайджанская оппозиция в Европе и в Иране уже сейчас открыто обвиняет азербайджанских евреев в лоббировании интересов клана Алиевых. Вы знаете, я с некоторыми азербайджанскими оппозиционерами общаюсь, они по-своему адекватные люди. Не все, но некоторые адекватные люди. Да, они говорят Карабах – Азербайджан. Но а чего вы ждали? Что они скажут, что Карабах – это Армения? Вы это ждали от азербайджанцев? Надо научиться, знаете, как-то вот сотрудничать с теми людьми, которые не ваши друзья. Но при этом у вас общий враг. И вот надо научиться как-то, знаете, вот находить общий язык, потому что только единение и взаимоподдержка с азербайджанской оппозицией, они способны что-то поменять. Это не значит, что они, если они придут к власти, они глобально что-то изменят. Но, возможно, если они придут к власти когда-нибудь, то это проложит, знаете, хоть какой-то путь, хоть какую-то возможность вести адекватные переговоры. Потому что сегодняшний режим Алиева – это не переговоры о мире. Это переговоры о сдаче Армении. Потому что другого они не готовы получить. Вы думаете, что вы ведете переговоры о мире с Азербайджаном? А для них это совсем не то. Для них это еще одна ступень, еще один шаг к вашему уничтожению. То же самое можно сказать про арабские страны и Израиль. Так вот, азербайджанские евреи, вне всяких сомнений, повторят судьбу евреев Ирана в итоге. То, что мы сейчас обсуждали, что этим евреям пришлось оттуда бежать. Из примерно 100 тысяч евреев, проживавших в Иране до 79 года, сегодня осталось от 3 до 6 тысяч. Иран делает вид, что у них нет проблем с евреями, у них проблем с Израилем. Тем не менее. И посольство Израиля, которое функционировало в Тегеране до 1979 года, Израиль с Ираном активно сотрудничал. При этом, знаете, что интересный момент? Азербайджан открыл де-юре открыл посольство в Израиле только в 23-м году, вот год назад, меньше, чем год назад. При этом офис есть, а посла нет и сотрудников нет. То есть они там закрыты. Они якобы уже год там делают ремонт, но там нет ни персонала, никого. Когда вы звоните в посольство Азербайджана в Тель-Авиве, вы попадаете к какому-то азербайджанцу, который вообще находится не в Тель-Авиве, а в Азербайджане. То есть вы понимаете, что это, да? То есть Азербайджан нуждается в поддержке израильского лобби США для того, чтобы против них не ввели санкции. Вы знаете, сейчас Франция вводит санкции против Азербайджана, но Франция им, так скажем так, не так принципиально, как, например, США или Евросоюз в целом. Так вот они делают такой как бы подарок Израилю, вот смотрите, мы у вас даже посольство открыли, при том, что посольство Израиля в Азербайджане действует с 92 года. Так вот посольству Израиля в Тегеране, в столице Ирана, в 79 году пришлось бежать, так же как американцам. Если вы погуглите в интернете об эвакуации посольства Израиля из Тегерана, это просто настоящий шпионский триллер. То есть посла Израиля его чуть не убили. Его сотрудников. Они смогли выбраться вместе с американцами. Но не все американцы смогли выбраться. Там ведь потом еще и посольство США взяли в осаду. Вы помните эту историю. Вот. И что получается? Евреи-бакинцы, переехавшие в Израиль. 25, 30, 40 лет. Живущие в Израиле. Получающие все блага от Израиля. При этом продолжают топить за
поганый диктаторский режим Алиева в Азербайджане. При этом многие из них в Азербайджане-то с тех пор и не бывали, или бывали там раз-два. Они реально не понимают, что там происходит. Они не понимают, что, поддерживая режим Алиева, они выступают не в интересах Израиля. Они выступают против азербайджанского народа, и они выступают против самих же евреев Азербайджана. Потому что в итоге, когда там сменится власть, а это, мне кажется, вопрос очевидный, вопрос во времени, Израиль поддерживал прекрасные отношения с Ираном с 52 года и до 79 года, ну 25 лет. А потом произошла исламская революция. Я не знаю, что ждет Азербайджан. Но фактически его ждет примерно вот в этом же направлении судьба. А пострадают те евреи, которые там останутся, те немногие. Пострадает богатое еврейское горское наследие Азербайджана. Как было с армянами в Баку и Сумгаите, то же самое ждет евреев. И еврейские кладбища, и синагоги в Азербайджане, это то, что их ждет. А их, вот этих вот людей, вот этих евреев, которые живут в Израиле и прославляют Алиева, вот их, в кавычках, друганы в Азербайджане с криками «Аллах Акбар» разрушат могилы на еврейском кладбище Баку и превратят синагоги в хлев для овец. То, что они сделали с армянскими церквями. Причем эти евреи, они еще и доживут до этого. И они познают, вот знаете, всю эту горечь, разочарование того, что пережили евреи.